Здравствуйте, друзья! Несколько минут назад стало известно о смерти народного артиста России Владимира Матвеева. О трагедии сообщила его супруга Юлия. По ее словам, смерть была скоропостижной. Минувшей ночью мужчина остановилась сердцем. Жена сразу же вызвала скорую помощь. Прибывшие медики обнаружили Владимира Михайловича лежащим на полу. К сожалению, врачам оставалось только констатировать смерть. Супруга актера утверждает, что в последнее время он часто жаловался на боли в груди. В январе народному артисту исполнилось 72 года. Место и дату проведения похорон назовут чуть позже. Фильмография Владимира Матвеева насчитывает 115 работ, среди которых роли в кинокартинах «Ленинград-46», «Елки», «Закрытый гештальт», «Салют-7», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Убойная сила», «Мастер и Маргарита» и многие другие. Владимир Матвеев родился 26 января 1952 года в Тюменской области. В 1974 году, после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, Владимир сразу же был принят в труппу театра имени Ленсовета. В 1986 году он покинул его и 3 года проработал в молодом театре Ленконцерта и Красноярском ТЮЗе, а спустя 3 года Матвеев вернулся в театр имени Ленсовета. Артист был удостоен ряда наград, в том числе Высшей Петербургской театральной премии «Золотой софит», Царско-сельской художественной премии и приза зрительских симпатий Петербургского общества «Театрал». Владимир Матвеев также снимался в кино. На экране он дебютировал в 1986 году в фильме «Последняя дорога». В 1993 Владимир Михайлович получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2008 стал народным артистом России. Приносим соболезнования родным и близким.